Тем временем предварительная причина пожара в девятиэтажном доме по улице Карла Маркса в столице Коми, в народе известном как «Товары для дома», — неисправность электрооборудования. Возгорание началось с электрощитка на одном из этажей. Дым заполнил весь подъезд. На место после сигнала жильцов выехали пожарно-спасательные подразделения. 25 человек эвакуировались самостоятельно, еще 27 вывели огнеборцы, в том числе с помощью автолестниц. Спасали, к слову, не только людей, но и домашних животных. Огонь в считанные минуты распространился на другие электрощитовые, но пожарные успели вовремя потушить пожар. Жильцы подъезда отделались легким испугом. В 16:22 пожар был ликвидирован, пострадавших людей нет. В результате пожара повреждены распределительные щиты в подъезде дома с 3 по 9 этажи. В тушении пожара были задействованы 53 огнеборца и 8 единиц пожарной техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования. На место происшествия выезжали столичный градоначальник Владимир Голдин и глава Коми Владимир Уйба. Для обогрева жильцов был предоставлен автобус. Тем временем в пострадавшем подъезде еще не везде есть электричество. Работы по восстановлению электроснабжения в квартирах продолжаются.